На защиту рыболовных хозяйств встанет специальный совет. Такое решение было принято на совещании во главе с заместителем председателя областного правительства Валерием Холодовым. Сейчас среди актуальных проблем ярославских рыбохозяйств – браконьерство и регистрация водного транспорта. Новый совет призван решить насущные вопросы. Я отмечу, встреча состоялась в Пошехонье. Здесь же был открыт новый шахматный клуб. Его учениками станут почти 100 ребят, в том числе из отдаленных населенных пунктов. Подобные клубы уже работают в 4 районах области. В перспективе такие центры откроют в Любимском и Брейтовском.